Творческое мышление и нестандартный подход к решению проблем станут применять в сфере ЖКХ Подмосковья. На базовой кафедре Министерства жилищно-коммунального хозяйства области в Одинцовском филиале МГИМО состоялось отраслевое обучение управленцев коммунальных служб по внедрению ТРИС – теории решения изобретательских задач. Изобретательство – это всегда польза, да? Вот, а ТРИС – это методология, технология того, как поставить изобретательство на конвейер, как решать сложные задачи в условиях ограничений. Когда у нас не хватает денег, времени, людских ресурсов, то есть любых ограничений. Цель внедрения ТРИС в систему ЖКХ – найти и решить самые важные проблемные точки в производственной части, финансовой деятельности и инвестиционных программах отрасли. В обучении приняли участие представители администрации городских округов Подмосковья, а также более 30 руководителей муниципальных предприятий области. Понятно, время тяжелое, и работы много, и наша сфера 24/7, но тем не менее, руководитель должен обучаться, проводить для себя мозговой штурм, который позволит для себя разобрать и понять, где у него проблемы, как их решать. Сегодня ТРИС имеет широкое признание во всем мире. Ведущие производственные компании используют методы и инструменты системы в своей работе. Придумал эту теорию советский инженер, выделив 40 основных приемов в решении изобретательских задач. Наш соотечественник, времена еще Советского Союза, Генрих Альтшулер в 40-х годах взял и проанализировал патентный фонд СССР и по факту описал, как делать изобретения. В наших условиях необходимо при ограниченных ресурсах уметь находить оптимальное решение. На обучающей встрече слушателей познакомили с основными инструментами поиска и формулировки правильных задач, продемонстрировали опыт применения нешаблонного мышления, а также алгоритмичный подход к изобретательству и новаторству. Подобный семинар – первый опыт для сферы ЖКХ, который при положительной динамике будет обязательно продолжен. Если от этого семинара мы для себя поймем, как руководители предприятий, что это важно, это нужно, и это действительно дал эффект от этого семинара, мы транслируем по всей Московской области. И я надеюсь, не только по Московской области, а поскольку у нас кафедра МГИМО, то и на всю Российскую Федерацию однозначно. В ходе мероприятия спикеры и участники пришли к общим выводам и решениям, направленным на улучшение качества работы предприятий сферы жизнеобеспечения. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».